Всем привет. Это Капик. Играю на денежку в системе против недавно регнувшегося игрока. До этого с ним не играл. Не знаю, что и как у него там происходит. Текс. Разыграем мы это все дело через два дерева. В принципе, пик неплох для начала. Да, типа у нас только получается медиум армор, то есть хускары и деревья. Но одно за медло у меня точно будет. Плюс второе дерево, которое я ко второй волне доставлю. Оно еще будет танковать. А сам ДПС будут вносить у нас хускары. Плюс есть у нас отвод хороший, дальний. Ну, пожалуй, главное, что в нем хорошее, это то, что он рейнджовый. Стараюсь сыграть более-менее сейвово. Быстро очень все умерли, причем большими пачками, похоже на минеров. Ну, кину я по стандарту. Но орка здесь я копить не буду. Такая себе это затея, как по мне. Вообще это могут быть два фантома, но они бьют помедленнее, там намного быстрее умирали и как бы по многу. То есть это, по-моему, так это, не знаю, по-моему, вероятность, по моему ощущению, 99%, что это минеры. А это значит, что он уязвим у нас на 4-й и 5-й волне. Кинул урсу. Это хорошо. Сейчас мы можем себе сделать ламбер побольше и кинуть на 4. Третью я дефну также, только усилю отвод. Хотя он может докинуть и на 3. Ну, фокус отлично. Деревяха у нас бьет, а хускар танкует. Ну, отлично, проходит одна урса. Так, вопрос, строить ли нам что-то на 3 или дефать так. Но если он что-то докидывает, то мы рекаем довольно много. Поэтому, наверное, я все-таки достроюсь. Это, конечно, не будет стопроцентной гарантией, что я дефну, но... Нет вариантов.
больше нравится. Можем, конечно, еще поставить отвод двойной, но со скоростными деревяшками, пожалуй, я не буду этого делать. Считаю, что с двумя трейпсменами должен я здесь справляться. Так, и кину я на 4 Урсу, по идее. Я пну при этом все Мухускары и скажу Виспа. На 5, в принципе, я могу ничего не ставить, потому что у меня один медиум. Деревяшки хорошо затанкуют. И одного апнутого Хускара будет вполне достаточно, чтобы разбить всю пятую волну. А вот дальше уже нужно будет подумать. К седьмой мне обязательно нужно слово дерево. Ну, по идее, у меня будет два хускара, слоу дерево и, может быть, какой-то неапнутый хускар. Плюс еще отвод. Вот вопрос, только кинуть Урсу или Кадоя. Все-таки больше нравится Урса, но вопрос, накапает ли она мне. Да, отлично. Так, он мне тоже кидает Урсу. Может, она и зайдет хорошо. Но я достроился. Как видим, у меня не хватает всего 70 value. Урса, офигела. Так, видим, что он там изи дефает все это. Делаю вывод, что, похоже, я ошибся. Так, сами мы ликанем. Не так много, в принципе, но достаточно. Если у него это фантомы все-таки. То вариантов дальше не так много. Плюс я не знаю, как он играет. Будем играть от скилла. Есть вариант еще кинуть на 5. Проверить. С 6-1 у меня должна скопиться Урса. Проверю я его, пожалуй. Ну да, все так, как я, в принципе, и думал. Так, у нас волна, то есть 7 мы будем на сейве сидеть. Засылать туда я не собираюсь. Так, нет, нихера мне не это не придет. Урса не накопится. Ну, если херми. Ой, фу. Если фантомы. То я, наверное, все-таки брошу. Херми-то. Лучше, чем ничего. Так. Ворков нет. Есть Урса. Ну, опять же, она может зайдет, а может и нет. Юниты у меня хорошие для пятой. О, нихера себе, она согрелась. Плохо. Плохо.
хотя в сеточке постояло чуть-чуть. Это нормально. Ускар тупят. Ну вот он лекает. Из-за хермита я, конечно, тут не спалю точно ХП. Но могу посмотреть, горелка у него или нет. Так, у него не горелка. Это хорошо. Но сейчас мы просто немного будем апать кинга. Много он не кинет на 7. Можем бросить на 8. 9 нам нужно будет сидеть в дефе. Тем более у нас волна. Из нашего пика ставить, в принципе, мы можем еще Азура к 9. Ну и на будущее, в принципе, чего бы нет. Защита от 15 от той же. Ну да, мне здесь нравится просто апать кинга с таким пиком. Еще вопрос, куда выберет он слать. Я сейчас апну чуть-чуть хп. Сразу показать ему, что типа... Ага, я апаюсь. Так, нужна мне ферма. Да, быстро он убивает, скорее всего, это фантомы. Тут еще есть вариант кинуть тогда на 10. Ну, 8, 10. Если он соло фантомами там как-то играет. А все на это указывало. На первой волне и, в принципе, дальше тоже. Так, сейчас мы делаем дерево замедления и усиливаем наш отвод. Четверной отвод хороший. ДПС, конечно, не так много от двух хускаров. Если бы, например, я не апал слоу, а поставил третьего хускара, но мне не хватило 10 билды, так бы я, наверное, выбрал все-таки 3 хускара поставить. Но, возможно, и такой вариант тоже вполне неплох. Сейчас заценим. Тем более, что засыла большого я от него не ожидаю. Ну да, засыл довольно слабенький. Хермита я убил. Есть у меня 2 хп. Реген. Так, ну короче, так вот я сделаю. Скажу ламбер еще. Хотя нет, уже нормально. Ну, то, что у меня волна, я заказал 7-3. Поставлю еще деревяшку.
Кинг Покти потихонечку регенится, можем засылать. Хил на месте. Ничего критичного не случилось. Конечно, если он зашлет, то, скорее всего, я ликану. Но тут будет зависеть только от размера засыла. Но есть у меня страховка в виде волны. Да, заслал, но не очень много. Реген пока что. Так, он же там все вроде как дефает довольно уверенно. Можно было просто апать кинга, наверное. Так, следующее, наверное, я сделаю в хп. Тут есть вероятность, что я все-таки хил отдам. Хоть я и реген апнул, но сделаю я это поздно. Хотя... все равно к 9 волне мне тоже нужен хороший регион. Так, вот отлично, мне хватает на Азура, я его сейчас поставлю. А вот к 10-й волне вопрос, что лучше сделать. Еще один хускар. Но в плане ДПС, да, мне нужен еще один хускар. Конечно, мне может хватить на Азура, но это такое. Плюс я их собираюсь сделать 7-4 хотя бы. Понятно. Человек просто по КД кидает. Хороший ламбер у него. Ну, по идее, с таким пиком я должен хорошо здесь дефать. Потихоньку начну засылать. У нас еще не успел до конца восстановиться. Ну, в принципе, пропуск не такой большой, поэтому нормально. Так, ну, на хускара мне здесь, скорее всего, не хватит. Что мы можем поставить? Я склоняюсь к тому, что я просто деревяшку. Хотя, вот
хватает. Если мы это все удаляем и ставим антигулю. Плотненький засыл получается. Надеюсь, что заставлю его ликануть, чуть-чуть меня покормить. Нет. Походу будут у нас засылать. Точнее, у нас уже заслали. Если он лекает, то кинга у него не будет. А мы здесь дефаем хорошо. В нулину. Ну, нет, дефает. Интересно, что это? Понятно, это перед F-гейминг. Ну, делаем 7-6. На арену я достраиваться не собираюсь. Фантомы. А, понятно. Ничего лучше придумать нельзя. Спавны, фантомы. Еще и вертолет под спавнов. Отличный пик. Ну, по value я его здесь никак не мог одолеть. Да и пик у него по ДПС лучше. Ему хватит точно здесь на 7. 7, да? Угу. Кинга у него нет. Скилл я не знаю. Но в любом случае, даже с нашей волной... даже с нашей волной на 12-м мы его вряд ли пробьем. Вопрос, что сделает он? Я сейчас поставлю еще одного Азура. И сделаю рерол. Попутно буду вкладывать лес в кинга. Потому что сейчас пока ловить нечего. Некуда мне засылать. Ну, на 12 он, конечно, может пустить. Но это будет немного. Это не то, что мне нужно. Ну, пускай чуть-чуть. Не критично. Пускай кидает еще 12, если хочет. Thank you.
Могу я кинуть 16. Ну, это такое. С хилом. Не очень по мне. Так, рерол. Есть у нас танки. Продаем дракошку. Так, есть у нас тини. То есть у нас есть деф 17 волны хороший. Так, 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 так. Ставим так. Дальше пойдем в ламбер. В принципе, я могу пойти в размен, если он захочет. Допустим, с голым кингом засылать. Я все дефую. Да, думаю, мне нужно здесь идти в размен, потому что все равно волн мало, где я его могу пробить. А так хотя бы есть вероятность, что он там где-то ошибется сам, переломбится, например. Одна минута. Ну, ждем. Посижу 7-8. Хотя, конечно, я могу здесь просто, например, апать кинга, к примеру. И то, что у меня есть танки, 17 я переживаю точно. Может, он еще 14 бросить, я не знаю. 14 в принципе выглядит хорошо. Но, как я и сказал, пока посижу 7-8. В размене, кажется, с таким кингом я погибну. По идее, должен он здесь сам немного заапать кинга и копить мне куда-то. Или, если я пою дерево, да, поставлю танк, просто остается 100 голды там, если я через тени буду разыгрывать сейчас. Не очень оптимально. Вообще пик мне мой нравится, он довольно хорош.
Есть у него вариант еще на 15 кидать. А, нет, он 14 выбирает. Все понятно. Дальше он, скорее всего, пойдет апать кинга, потому что у него его нет. Ну, я думаю, мы тут ликанем. Не супер много, конечно, но... Хотя, может быть, и много. Да, прилично. Кинга тут походу переапал. Куда нам заслать? Ну, кинем просто так на 17. До 19 я здесь ждать не собираюсь. Да, сейчас у него высокий инком, ну и ламбер. Но тут прикол по мне в том, что у него кинга здесь нет абсолютно. То есть у него был кинг, что-то типа одной атаки. Вроде бы. И если мы кидаем 14 на фул, то ему времени, скорее всего, не хватит, чтобы он успел апнуть все абсолютно. И его может за фул пробить. Там на хил, допустим. Как минимум. Но с фантомами вероятность этого снижается. Сделаю 7-11. Сейчас. У меня деф хороший. 17. А если даже и он кинет, то это будет совсем мало. И кинг у меня есть. Нет, здесь это будет тотальная ошибка, как по мне, от него. Поэтому здесь уже мы можем сами наглеть по ламберу. Ставлю я там тини к 17. Даже, наверное, 7-12 можно сделать. Так. Ну да, чё бы нет. Два танка, замедление, тини. Ну, я апну тини и поставлю еще одного танка, скорее всего. Хотя, по идее, мне все равно тиника 3 еще надо поставить. Ну, то есть, в общем, чтобы было штуки 3. Кинул стандартный засыльчик. Ну, все, он там кинга, походу, начал апать. Если мы ликанем, это будет прямо вообще замечательно.
можем кинуть больше, чем мы можем, если бы не лекали. Скоплю еще на крякена. Так, тини. А кроме танка я ничего не смогу поставить. Ну тогда здесь проще как раз продать эту деревяшку и апнуть танка. Хотя можно было бы тиника поставить. Ну да ладно. Мне просто кажется, что танковки здесь вполне хватит. Три деревяхи. Дракон, Тини, Ускар еще вперед должен выбежать. Так, что, кидаем кряку, и варлок еще будет, по идее. Ну, красава. Ну да, он не шлет. Слишком опасно тут для него. Похоже, что там дохерища фантомов. Или также перед F-Gaming. Ну, если слать он и будет, то это 18. На 19 довольно нелогично кидать. Не, он заполз. Так, какие варианты тут для него доступны? Дальше. Ну, думаю, захочет он кидать что-то типа 23. Поэтому мы бросим на 20. Так, еще ламбер. Ставим еще одного холубрида пока что. Вообще, наверное, в идеале надо бы еще апнуть кинга, чтобы уже забыть про это все дело. Поднять инком на какой-либо волне и копить там на 28. Потому что хил на месте.
Так, вылекаем. Так, заметил, что он реген еще подкачал. Так, что мы здесь можем сделать? Сляпаем это. Ставим еще танк. И ставим еще одного тини. Нормально. Так, задача поставить еще два танка. И можно ролить. Думаю, пяти танков мне должно хватить. Нужно уже найти что-то, танковку какую-то хорошую. Либо в идеале драконы. И уже какие-нибудь ауры на ДПС. Так, закинул он 19-й. Это значит, что мы будем сейчас апать кинга. Кстати, посмотрим, как дефнем еще. ХП точно можно доапать. Демона я сразу стакнул. Нет, тут надо на фул, а то вообще умереть можно. Многовато. Слишком много. Ну и что-нибудь накопим, на 20 кинем. Чисто пожрать, так сказать. Конечно, если бы я сидел более надежно, то дефнул я бы лучше. Но, думаю, хил я бы, наверное, все равно отдал. Так, и инком там тоже должен быть вполне высоким. Так, и чё, ферма? Тут бы я, наверное, дракона, если мы апаем дракона. Хотя, типа, по скорости атаки его сейчас не надо апать. Так, наверное. Хотя, блин, фиг знает, что лучше сделать. Апну, короче, дракона. Поставлю отводяшку. Апну этого хилера. Подкидаю еще всякого дерьма. Ну, понятно, он там все на инком кидает. Тоже кинем сейчас еще на арену. Выбор невелик. Лучше бы в меня милость взяла. Thank you.
Он что-то не хочет тебя докапывать, хочется где-то меня добивать. Ну, я тут, наверное, не знаю. Все посмотрим. По Вэлью, по идее, у нас все нормально. По идее, все нормально. Убивать он нас может только на миле в ловнах. И, скорее всего, это будет что-то типа 26 или, ну, 27 скорее. Конечно, он может и в размен пойдет. Какой-либо другой волне. Так, его бара не лучший вариант, конечно. Блять, ферма. Напнем танк. Вэлли у него больше. А, понятно. Деревяшки, танки, драконы. Фантомов, кстати, немного. Но не радует то, что есть танки. Еще и под вертолетом. Сука, тупые танки, блядь. Да, в такое Вэлью слать теперь не совсем понятно куда. Возможно, придется просто набивать Вэлью дальше. От пика будет зависеть. Пару бар поставить. Надо ролить. Так, ну да, до хера фантомов. Причем много из них не апнуто. Не совсем понятно, что у него сейчас танки или деревья. Но я полагаю, что сейчас у него танки. Танковать ему на самом деле здесь нет, не очень много юнитов. Но, блин, на ДПС очень хорошая аура. Ну да, похоже, что это просто нужно слать на инком. Терпеть его засылы, если он будет такие делать. Поставлю 3 плюс приста и надо ролить. Блин, нет, не так. Так, лорды, минеры. Плюс тролль. Отличный пик. Кину еще пару волн. И буду копить. Хотя бы тролль появился, и то хорошо. Плюс бары, плюс ХДСы будут нормально.
Тролля мы точно апаем. Потихоньку будем тыкать лордов. Вообще при желании можем потом и минеров доставить. Так, здесь я тут танк. Бариков я пока что-то не горю желанием. Только если на 28. Но здесь на 28 засыл вряд ли будет. Я думаю, он будет кидать либо 27, либо 31 сразу. Ну, видим, что отводы он не делает. Возможно, ситуация поменяется в дальнейшем. Так, 24. До 800, наверное, сделаю, хотя, в принципе, и так, наверное, хватит. Вполне рабочий инком. Передев уже существенный. И даже какие-нибудь 10к я вполне смогу дефнуть. Ну, я так думаю. С хадесами. Тем более. Вот не краба еще какого-нибудь. Он тут сильно порешал бы. Так, поставлю я сюда одного. Одного вниз. Ну, в принципе, дальше я всех лордов буду внизу ставить. Здесь это такая позиция, просто чтобы в танков, например, не летела первая тычка. Дальше игра будет зависеть тупо от того, будет он слать или нет, и какой у него пик. На этом типа все. У нас пик для лейта довольно хороший. Бары, хадесы, танки, то есть мощный урон. Хорошая танковка. Да, у нас еще хорошие шансы здесь дефнуть любой его засыл. Не заказывается. Так.
Не хватает только воздуха, как по мне. И под все это еще бы вертолетик. И был бы хороший дев любой волны. А, не так ему. Это типа разводы такие, походу. Но он же должен понимать, что у меня леса нет, чтобы звать в его вэлью. Поэтому эти разводы тут ни к чему. Так, есть у нас, значит, 8 ХДСов. Что-то мне кажется, надо уже бар апать. Так, ну если я одного апаю, то второго мне не хватит поставить. Ставим пару минеров. Таким макаром поступлю. Да, конечно, я оставляю тут 200 голды, но думаю, что порешать не должно. Ну да, это 27. Посмотрим, как мы будем дефать это все дело на повороте. С замедлением. С кучей лордов. Ну, засыл большой, но, блин, шаманов. Шаманы вот эти. Не знаю зачем. Я думаю, нас, походу, и так разъебет. Ну, лордов так-то не очень много. Ну да. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, хер знает, сейчас посмотрим. Плюс один залитый просто в ноль. Сука. Где, наверное, все равно. Ну да, конечно, слишком много. Ну хз, что нам надо было делать с нашим пиком. Я думаю, я сделал все, что мог.